Моя хорошая, смотрите, моя интуиция меня не подвела. Смотрите, у моего мужа уже три ноги. Не смешно, но слава богу, что все закончилось хорошо. Он не хочет, чтобы его лицо показывали, потому что он не хочет, и все. Смотрите, что с ним случилось. Вот тут-то поломали ему. Да, Оскар? Вот это, да? Оскар. Вот así, ¿no? Да, roto esto. Боже, бедненький. Сейчас 6 недель он будет вот тут кайфовать, а я его должна купать, за ним смотреть и так далее. Кто там сказал, что хочет за моими котиками смотреть? А я еще шторы не повесила из-за котиков. Еще приедет новенький, ну а потом уже сниму. Сейчас я вам расскажу, что случилось с мужем. Лео, маминя сладкая собака, красивая такая моя зяя. И вот этот зопа, смотрите, вот это зопа. Смотрите, чафардеру. Си-си. Мак, Мака, Мака, Маки, Маки, зопа. Мак. Вообще говорит, иди отсюда. Ты маминя сладкая. Чё, почему вы боитесь костылей? Мики, Мик, Мики, Мик. Ты чё такой? Мики, спать хочешь? Мики, Мики, чё ты сюда залезла? Ну, в общем, я вам сейчас расскажу, что случилось. Так, мои хорошие, расскажу. Вы сейчас упадете, что с моим мужем случилось. Все-таки спасибо Богу, что ничего такого не случилось, но все-таки случилось. Значит, мой муж с утра поехал на скорой помощи. Скорая помощь — это не реанимация, а другая скорая помощь, которая везет людей на реабилитацию. Значит, он поехал за Барселоной, забрал свою маму. Оттуда привезли в Вальдеброн, чтобы сделать ревизию своей мамы. Сделали все как положено. Уже он садится в скорую помощь. Маму уже на кресле уже, ну, у меня уже язык заплетается. Уже закатали, вот так сказать, уже вовнутрь скорой помощи. И мой муж стоит возле двери. Двери открыты скорой помощи сзади, да. И там возит свекровь мою. И в это время другая скорая помощь, которая тоже занимается реабилитацией. Я не знаю, как он не заметил, что сзади стоят люди. И он задним ходом, как говорится, задавил, да? Да, вот так, задавил моего мужа. Мой муж упал, головой стукнулся. Он проехал по ноге. Так дальше мой муж кричит, а он не слышит. И все люди начали кричать. Он еще задний дает, еще, чтобы не слышит, не видит. И слава богу, когда мой муж, ну, как-то он перекрутился, чтобы ну, тело хотя бы не, на тело хотя бы не заехал. И когда все начали кричать, орать, он остановился, говорит, что случилось? Говорит, а, я тебя что, сбил? Ты что, не видишь, что скорая едет задним? Он говорит, ты что, дурак, говорит, я здесь стою, мою маму помогаю, чтоб залезть в скорую помощь, ты даешь задним, говорит, сбиваешь меня с ног, ты не чувствуешь, что ты сбиваешь человека, еще и задний даешь, чтобы задавить меня. Он, ну, ладно, вот номер моей скорой помощи, ну, все, я еду работать, запишите мой номер этого телефона и номер скорой помощи, я поехала работать. Ну, конечно, тут выскочили все врачи, у него там, в общем, не хочу говорить, быстро на кресло, быстро, ну, короче, вовнутрь, и тут другая скорая помощь говорит, а теперь что мы будем делать с его мамой? У них же там дома никого нету, а где мы им оставим маму? Бедный мой муж, он после того, как сбила машину, он не знает, что делать. Но это скорая помощь. Он звонит своему брату, говорит, пожалуйста, приезжай, в общем, в Вальдеброн, едь и вези маму, короче, домой. Ну вот, сделали рентген, перелом. Так что
Вот привезли его домой. А теперь он будет вот так. 6 месяцев. Ой, 6 недель. Извините. 6 недель будет вот так. Ну, теперь я должна за ним смотреть. Ну как, я буду идти работать. Днем будет сын, пока перед работой. Вечером буду я. Ну, конечно, купать должна ему помочь, потому что, наверное, на ногу целлофан, купать, готовить. А он будет вот так сидеть и трогать одно место. Но я когда пришла, конечно, испугалась. Они мне ничего не говорили, чтобы не пугать. И я на работе была. Я когда пришла домой, открыли мне дверь, и я зашла, и как увидела его ногу. Вот здесь я говорю, что случилось? Ты же поехал вроде мамы на ногу там что-то сделать. Я говорю, что с тобой случилось? Он когда мне рассказал, у меня аж голова разболелась. В общем, приготовила обед, покушали, убрала все. И думаю, Мия, смотрите, как меня интуиция не подвела, мои хорошие. Так что... И сразу обратно вспомнила сон, когда я маленькая была. Этот сон никогда не забуду. Когда моего брата оперировали, он был в Ереване. И давно мы его не видели, потому что у нас война была. И... Мы с мамой пошли в огород, а сон был такой у меня, что мы идем с мамой в огород, а моя мама укололась именно чем-то там, от ежевики вот это. И у нее именно вот, у нее вены были чувствительные, что вот именно укололась чем-то, и кровь не остановишь. Якобы у нее много крови, вот это выходило, не могли кровь остановить. Пришли домой с огорода. И пока кровь остановили, вот я стою в кухне, да, и она сидит. И в это время сосед просит Магарыч. И в это время мой брат выходит, вот именно рука вот гипсована, да, с спицами на руках. И я когда в огороде была, вот это все рассказала маме. Когда у нее это случилось, когда она укололась, и кровь не могли остановить, и она на меня смотрит и говорит, видишь, а когда еще и брат вот это приехал, вообще были в шоке. Ну вот, что случилось и с моим мужем. Я сегодня, не думайте, что я плакала от чего-то, и я плакала, потому что, не знаю почему, на душе было чуть тяжело, но ничего, я поплакала, успокоилась, у меня это бывает часто, потому что я скучаю за моими братьями, я скучаю за моими родными, хочу своих родных обнять, поцеловать, в этом году не случилось, и поэтому каждая вещь меня раздражает, и каждая вещь, кажется, что меня не оценили, недооценили. Так что, мои хорошие, вот такие и дела. Так что, Оскар, кто мне будет готовить кушать? Си-си-си. Сейчас, говорит, вентилятор выключи, бо у меня ноги замерзли. А теперь как будем спать, не знаю. Потому что я ж сплю как ужас. У меня ноги на нем. А голова на подушке, жопа не знаю где. Теперь, чтобы его не задеть. Бедный, еще и левая, да? Да. А, еще можно. Ему бы еще повезло, что левая нога. А, ему повезло. Has tenido suerte que tienes el pie de izquierda. Porque si tuviera derecha, no te haría daño. Cuando... Sí. Если было бы правая, sí, пришлось así, поменять. Pues tendrás que poner silla. Надо будет ему что-то, чтобы он не забыл, что у него нога в гипсе. Потом надо будет там разрисовать. Я, Оскар, я тебя люблю, кохаю, я тебя кохаю. Ты керю, я тебя, если сирумем. Чинги-чинги, дебил ты. Ладно. Я вас всех люблю, всех целую. Спасибо за поддержку. Всем пока-пока.